Снова здравствуйте. С вами опять Олд. Молодой подаван. Старый молодой подаван. Так. Кэл меня зовут. Я с вами в прошлой серии простился. О, блин, опять эту штуку надо. Нажал. На Багана. Так, вон он этот, блин. Так, тут куда-то эта хрень, только я не пойму, куда, блин. А, о, блин, это надо сейчас запрыгнуть. Офигеть. Главное не свалиться. Запрыгнуть. Пробежаться. И запрыгнуть. Офигеть. А, блядь! Пиздец. Ладно, хоть тут. О! Фух! Жесть! Привет, бурундуки! Ну, в смысле, вы какие-нибудь байбаки. Оу! Смотри, мы уже вернулись. Сюда, беди один. Привет. Дальше я уже не управляю. Знала о беде один? Заходи, поговорим внутри. Да, она много чего знает, тебе просто не рассказывает. Привет. А это что? А ну, брысь! Прочь! Прочь, Невада! Фу, убирайся! Иди вон! Это беде один. Наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти Патолли? Нет, не знаю. О, и не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Грис. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев, я так и знала! Ох, Кордова дуралей! Ты знала его? Да, давным-давно я его ученица. Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем о Богана. Минутку, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаю. Сейчас у меня завалялся один. Используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Мухожук. Я мухожук. Список чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его! Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно лишь следуя по пути Кордовы. Еще я наговорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно, но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Да. Одно событие сильно изменило меня. И я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден джедаев — это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Так ты в деле? В деле. Конечно, мы в деле. Тамир или Зефа? Выбор твой. Добавлены записи. Так, возрождение Ордена Джедая. Поведав, что... Она больше не использует силу. Цере отправляет Кэла, прочитал козла, Кэла в древнее хранилище по пути, когда встречает дружелюбного дроида по имени БД-1, который...
присоединяется к нему. Во время совместного путешествия Кэл использует силу и вспоминает о своей способности бегать по стенам. Внутри хранилища БД воспроизводит сообщение от мастера Эна Кордовы, в котором тот рассказывает, что спрятал Голокрон со списком имен всех известных детей чувствительных сил, чтобы добраться до него, Кэлу необходимо найти гробницы трех мудрецов Зефа. Заручившись поддержкой БД, Кэл начинает долгий путь к восстановлению Ордена Джедаев. Начинаем долгий путь, блин. Так, ну чё, пойдем. О! Использовать галотранслятор. Выбираешь, куда лететь? Послушай чутье. Отыскать древние границы на Зефа, использовать галотранслятор на Богомоле. Багана. Мы тут. Датамир. Зефа. Давай на Зефа отправимся, что Датамир меня пугает. Он какой-то, блин, слишком кровавый. Потом пойдем. Зефа. Багана. 50% 54 из 16 ящиков, 6 тайников. И здесь... Ну, туда надо возвращаться, когда я прокачаюсь посильнее, а то сейчас там я не могу всякие вещи делать. Так. Зефа. Отправиться. Полетели! Думаешь, если Орден будет восстановлен, то все джедаи перестанут прятаться? Почему ты решил, что есть джедаи, которые прячутся? Да. Просто интересуюсь. Ты подразумеваешь кого-то конкретного? В детстве я слышал историю о великом зеленом мастере джедае со остроконечными ушами и... Ты говоришь о магистре Йоде? Что-то да. Еще есть потрогать? Что? Кто? Нет, я говорю о магистре Йоде. О, смотри, тут. Из высшего совета. Что-то тут. Взаимодействие. Эй, Грис, что это за штука? Что? Ты никак... Посажено новое семя. Видел? Но разве там не должны быть растения? Перед приземлением необходимо сесть в кресло. Возил тебя по галактике? Кстати, можешь отблагодарить меня семенами? Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как. Носа достаточно толстым умбарским стеклом, оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. Приготовься, парень. Начинаем посадку. Кальпи. И что надо сделать? Понятно. Уже проросло. Ну, проросло так проросло. Когда прорастет совсем, тогда будем разбираться. Там уже посадку, что ли, начинаем? Да подожди ты, я еще по кораблю, да и хоть похожу. О, смотри, медитация. Отличная штука. Нет у меня там никаких очков, нет, ничего нету. Ладно. Зато я знаю, что у меня тут есть. О! Персонализировать световой меч. Так, ну цвет мне нравится. Эмиттер. Эна Кордова. Ну, не знаю. Переключатель. Доблесть и мудрость. Ну, пусть будет. Муфта. Что-то ж я тут нашел. Я, правда, не знаю, что она дает это, блин. Ну, пусть будет.
материал. Ну, материал пусть пока остается. Битва при... Все. Все, что ли? Полезность какая-то от этого всего есть или нету? Давай промедитируем, чтобы сохраниться. Выходим. Пойдем, пойдем. Так, все. Ну, тут все понятно. Корабль небольшой, очень уютно, все понятно. Семена растут. Я же там нашел какое-то семя, вот его посадил. Отправиться на планету. Ну все, полетели. Ух ты! Охренеть! Да? Циклон, наверное, дожди будут. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Ух ты, какие красивые горы-то! О, красота! Не зря я сюда прилетел! Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Да. О, а тут как-то мне уже не очень нравится. Я же говорил, дождь, блин. Еще и снег, блин. Ха, безупречно. Гризи может, детка. А, но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Ну давай, настраивай. Несколько следов кордон. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефе, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Очень интересно. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи. Ну, пойду. Так, так, так. Тут уже не все так зелененько. Вот тут какой-то ангар, пойдем посмотрим. Старое оборудование, может быть. О, ящик, смотри. Вернись сюда. Что там было? Получена новая тема БД-1, синий лидер. Пчела, синий лидер. Пчела. Ну ладно, пусть будет синий лидер. А, понча тут, блин. Ну это совсем такое дебильное. Что этот, что этот. Так, ладно. Что тут, давай сейчас коробки посмотрим. Что тут есть. Пока не углубились далеко. Ничего не видать. Вона, мать, высотища-то. О, смотри-ка. Склад. Заброшенный ангар. О, что-то нашел, да? Что-то написано.
Ящик для хранения. Ящик для хранения. Прочный контейнер для хранения и перевозки хрупких предметов. Наружная часть выполнена из тяжелого металла, который способен выдержать суровые ветра Зефа. Да, нихера мы ему ничего не делаем. Ладно. Я так и понял. О, вон там он нормальный ящик какой-то есть. Что тут у нас? Вернись сюда. Да вернется, вернется. Сейчас найдет что-нибудь. Что нашлось? Получен новый материал понча. О! Что это ну, обязательно эту хрень носить? Это мне больше нравится такой, блин. Не нравится понча, блин, я, блин. Ну, никто же меня не заставляет носить эту хрень. Закрыто. Дверь закрыта с другой стороны. Ладно. Здесь какие-то шланги в спиральку сложенные. А, так это ж я. Это о чем-то он там говорил. Хер поймешь. Не открывается. Ладно, пойдем. Вроде тут все. Исследовал, облазил. Ладно, а тут что? Тоже закрыто. Закрыто. Так, все, пойдем дальше. Даже сохраниться-то негде. Ну, кроме как на корабле, конечно. О, там вижу какая-то акула с ногами, блин. Кого-то пытается разорвать. Осторожно, беги. Вид у них недобрый. О! Р просканируем. Штурмовик. О, блин. Понятно, эффективно действует при численном превосходстве. Их выстрелы можно отражать световым мечом. Имперские штурмовики сражаются на передовой Галактической Империи. Солдат для этих подразделений набирает по всей галактике. Штурмовики — основная ударная сила имперской военной машины, способная противостоять практически любой угрозе. Они владеют многими типами вооружений, в том числе дальнобойными, бластерными винтовками, предпочитая действовать большими группами, чтобы обеспечить себе численное преимущество. Кэл, ты меня слышишь? Имперцы, они нашли Зефа. Если бы они следовали за Богомолом, нас бы уже схватили. А вдруг они ищут гробницы? Надеюсь, нет. Я настроила частоты связи. Попробую выйти на канал имперцев. Попробую как-нибудь. Там вон еще какая-то акула. Сказ. Сказ. О, блин. Владеет двумя атаками. Кусает за пятку или блокирует перемещение жертвы прыжком, который нельзя заблокировать. Очень хитрый. Предпочитает атаковать обездвиженную жертву целой стаей.
Сказы предпочитают поддерживать низкую температуру тела, так что, как правило, их можно обнаружить в тени или в темном месте. Из-за слабого зрения они особенно уязвимы при ярком свете. Это стайные хищники, которые наиболее опасны именно в группах. Когда сказ мертвой хваткой вцепляется зубами в жертву, его товарищи могут с легкостью ее атаковать. Ну, блин. Зараза, блин. Сказ, блин. Ну-ка, там какая-то дверь. Нихера, блин, я туда не могу запрыгнуть. Еще не научился. О, блин. А, блядь! Улетел, черт, вниз. Фу, блин. Охренеть. Повылазили, ух ты. Подкинь мне стиль, бедянин. Едва уцелел. Да не говори. Странно. Пойдем поглядим, может быть, здесь есть проход. Ага. Такость, такость, ну-кость, ну-кость. Куда это я пришел? Ага. Кенгуру с другой стороны. Открыт короткий путь. Отлично. Это хорошо. О, блин. О, блин. Хера себе. Все пригнуться, я стреляю. Да, да. Размажем его. Мне не нужна помощь. Ну, не нужна, так не нужна. Как скажешь. Умри, скотина. Тут не открывается. Посмотрим здесь. Странно. Дверь есть. Хода нет. Даже не подсвечивается. Еще эти твари, блин, бегают. Ну, тут много зато интересного. О, что-то увидел. Ну-ка. Снова сканируешь? А, лозунги. Отлично. Предупреждение. Запретная зона. Имперский закон 94-364. Продажи и обмен запрещены. Понятно. Нет торговли. О, хера себе, покинутая деревня. И там эти ходят. Приближается враг! Не дадим ему бежать!
Назад, я разберусь. Ты всех убил? Я всех убил. Да. Я же рыцарь. Отступим чуть назад. Успокойся, я сейчас приду к тебе. Вон там я что-то увидел. Почувствуем отзвук. Отлично, получено очков навыков. Я отвлеку их. Астар, нет! Что это было? Расставание. Расставание. Сумка, брошенная семьей при расставании. Отец отвлек внимание на себя, чтобы мать с ребенком успели убежать. Понятно. А, очко навыков-то получится? Так, здесь мы не можем пройти. Сканировать. Что здесь, блин, написано? Гиндерш? Все ложь. Уведомление о выселении. Да, уведомление о выселении. Гражданские лица должны немедленно явиться для переселения. Мародерство карается расстрелом в соответствии с имперским законом 94-364. Продажа, обмен собственности и имущества запрещены без надлежащего разрешения. Настоящая собственность и все находящееся в ней имущество теперь находится под защитой Галактической империи. Нужна была эта земля. Так. Атакуем его! Сосредоточить огонь! Отлично, поймал маслину, блин. О, подожди. Просканировать. Другой какой-то. Штурмовик-разведчик. Может блокировать некоторые атаки световым мечом. На его защиту легко пробить. Легкий противник, как и в бою один на один. Но опасны в большом количестве. Ну, в большом количестве все опасны. Толпой можно пиздить даже льва. Имперский штурмовик-разведчики. Особое подразделение штурмовиков Галактической империи, выполняющий целый ряд миссий. Эти бойцы оснащены, обеспечивающие высокую мобильность легкой броней, особыми шлемами, которые позволяют эффективно действовать в любых условиях. В ситуациях, когда бластеры бесполезны, они прибегают к использованию шокового оружия. Штурмовики-разведчики специализируются на ближнем бою, миссии выполнения подавления и противодействия световым мечом. Так, блин. Ладно, флаги тут, блин, висят. Тебя не должно здесь быть! Кто там орёт, блин? Поговорили последний. Есть. Отлично. Поймал маслину. Ну-ка, посмотрим, что у нас тут. Что это? Получен новый материал костюма, хранитель. О. Костюм. Команда монтажников, хранитель. Ну ладно, пусть будет хранитель, блин. Все-таки в звании повысился. Черт, мне надо, блин, скоро будет это. Ух ты. Ну сейчас, погоди, я тут поверху похожу. Потом пойду уже внутрь.
Мне казалось, там еще один был, нет? Или это был последний? А, блин! Черт! Только упал, блин. Ладно. Как-то ж я туда запрыгнул, блин. Пойдем сюда тогда. О, круг медитации. Вот это нам то, что нужно. Так, доступные очки. Так, теперь силу увеличим. Приверженность силе. А потом уже будем все остальное. Тут еще много всякой всячины, но это уже на каких-то других этапах оно там будет. Отлично, увеличен максимальный запас силы, это хорошо. Пойдем посмотрим, что тут пишут. Открыт короткий путь. Куда короткий путь? О! Так это я сюда пришел. К этому ящику. Понятно. Понял, понял. Вот она что. Хитрая штуковина. Ну так надо промедитировать, чтобы, блин, потом не возвращаться. Зафиксируемся, так сказать. Пошли, Кэл. Ой, Кэл, мой друг мелкий. Так. Здесь я как-нибудь могу пройти куда-нибудь, блин? Хера. О, запрыгнул, смотри. Молодец. О, я там вижу друзей, блин. 11 друзей Оушена. Кто-нибудь еще сюда? Вот так вот, блин. Труп. Не говори гоп, пока не перепрыгну. Вернись сюда. Это что-то полезное? Новая муфта светового меча. Ну это фигня. Здесь нету у нас прохода какого-нибудь? Нету. Вон там какая-то хрень. Джедай? Здесь? Я тебя достану! Да, не достал. Надо расчистить тут пути. Чтобы управлять этим устройством, я хочу починить щуп-адаптер, блин. У меня нету ни хера этого щупа-адаптера, блин. Ладно, с ними потом разберемся. Пойдем сюда. Опа! О, медитация.
Ну, зафиксируемся. Мне пока ничего не надо, но место-то надо обозначить. Темновато, хорошо меч светящийся, удобно, блин, и оружие, и фонарик, блин, все. Зуфа, турбинная установка, нихера себе. Деревня, блин. Темновато тут будет. Вон там какой-то ящик. Открыть. Давай, друг мой, проверим. О, блин. Что это? Новый материал светового меча, медь. Ёрш твою медь. Что тут имперцы делают? О, смотри. Взаимодействие. О, да будет свет, сказал монтёр. Вентилятор заработал. И перерезал провода. О, куда я залез уже? О, блин! Не упасть бы, блин, на дно колодца. Хера себе. Черт, не то. Блин! Сука! Нет, не пойдет. Блин, это рано. Черт, зараза. Да что ж ты, твою мать, творишь? Кажется, у нас проблема. Нужен Стим! Блин, вот козел-то, я почти не живой уже. Это кто такой? Филак, блин. Из-за слабого зрения разъяренному Филаку трудно повернуть на бегу, поэтому они часто врезаются в скалы. Копыта Филака обеспечивают устойчивость даже на горных перевалах, так что этим животным не страшны суровые порывистые ветра Зеффа. Филаки превосходные скалолазы, с легкостью преодолевающие сложнейшие горные перевалы. По натуре это животные-одиночки, которые рано
отрывается от матери, чтобы занять собственную территорию. Их рога — грозное оружие против любого соперника. Когда два филака сходятся в схватке, над ними горами разносится ужасный грохот. С каждым прожитым годом на их рогах появляется новое кольцо. Вот так. Так, блин, я плохо себя чувствую. Новая задача отмечена на голокарте. Разыскать эпицентр бури. Во, блин, нихера себе. Ну ладно. О, блин. Так, погоди-ка, там впереди враги, так что я зайду за угол, блин. Меня сейчас тут быстро завалят это. Так, я с вами прощаюсь, до следующей серии. Мы тут и так классно прошли это. Уже перелетели на другую планету, а то были богам, и теперь, блин, какой-то Зефа, блин. Вот, так что увидимся в следующей серии. С вами был Олд в роли падавана молодого Кэла. Пока!